Здравствуйте, меня зовут Бальчинес Ольга, я дефектолог. В 4-6 ребенок активно читает стихи. Ну, конечно, если это умение появляется гораздо раньше, то это очень хорошо. Но в 4-6 ребенок уже рассказывает, полноценно рассказывает, выучивает, запоминает и рассказывает небольшие стихи по возрасту. А также в этом возрасте классифицируют ребенок картинки на 4-5 групп, уже самостоятельно, без помощи взрослого. Способен оценить поступок свой, да, поступок или поступок другого ребенка с точки зрения социальной нормы, да, что правильно, неправильно, можно так делать или нельзя так делать. Да? Только в этом возрасте ребенок способен оценить этот поступок. Уже рисует человечка с туловищем, да? Что это уже не просто какая-то абстрактная фигура, что это уже понятный силуэт человека, с туловища, ручки, ножки, голова. После 4 лет в сюжете игры появляются разные типы отношений. Да? Это управление, подчинение, там, равноправие, распределяются роли между детьми, и игра становится более интересной. Да? Игра становится более длительная, совместная игра. Увеличивается количество участников в этой игре, да, от 4 до 5 деток. Также в этом возрасте активно в игре идет поочередная смена ролей, да, там дочки матери, я сегодня папа, завтра папа ты, я сегодня мама, я сегодня буду там лялей. Развивается, так сказать, драматическая игра, которая вот отражается в сюжете. Вот так вот коротко и кратко мы рассказали об основных моментах развития ребенка в возрасте от 4 до 5 лет. Спасибо. Издувай. И еще раз надувай. Издувай. Нет, нет. Получилось. Давайте друг другу улыбнемся. Как у нас получилось хорошо. Порадуемся друг за друга. Друг на друга посмотрим. И зубы покажем, какие зубы красивые белые. Давайте вместе с Танюшей позеваем. И руки в разные стороны потянем. Приготовились еще раз. Танюш, Диана. Получилось? Вот наша команда космонавтов. Ее нужно переместить на борт. Делай вдох ртом через трубочку, лови космонавта и на выдохе помещай его в стакан. Делай все спокойно, ответственно, щеки не надувай. Ну и воздух задерживай в течение 5 секунд. Если пока у тебя, малыш, не получается брать воздух и удерживать его 5 секунд, тогда можно отправить космонавтов на борт совсем другим способом. Не вдыхай через трубочку, а выдыхай. При этом тоже щечки держи расслабленными. Не надо из них делать вот такие большие шары. Хорошо, договорились? Ракета практически готова к взлету. Канцелярские резинки натягиваем и привязываем как следует. Приклеиваем ракету. Делать это в присутствии взрослых. Отправляемся на планету детей. Просьба занять свои места. Поехали! Повторяйте. Заводим мотор. Так, не
не получилось. Получше давайте, ну-ка. Поехала. Вот так весело. Издаем звуки. Покажите, где нос. Схватите себя за нос. Быстрее, быстрее хватай себя за нос. Сейчас будем... Кто быстрее делать? Где нос? Где нос? А теперь где уши? Нос. Уши. Танюш. Нос. Аня, нос. Нос. Слушайте внимательно, что говорю я. Уши. Нос. Уши. А теперь внимательно слушать, я буду вас запутывать. Сейчас буду путать. Есения, покажи, где нос. А сейчас покажи, где у тебя уши. Понял, правильно, молодец. Обмануть хотела, не получилось. А теперь где уши? А где нос? А где нос? Нос. Где нос? Молодец, Артем. Девочки, внимательно слушайте, что я говорю. Сейчас смотрите, будем поднимать руку вверх и громко-громко колокольчиком звенеть. Ксения. А потом руку опускать вниз и тихо-тихо звенеть колокольчиком. Танюша, ты слышала? Вверх. Громко-громко. А вниз тихо-тихо. Да, Диана, отлично. И сейчас громко-громко. Тихо-тихо. Аня, а сейчас тихо-тихо. Получилось? Себе, а это упирается ей в бок. Давай, вот так будем сейчас шевелить головой. Приготовилась? Так, потом оставишься, дома видео пересмотришь и будешь тренироваться. Правильно поняла? Да. А еще усложняет, знаешь, как делать через хлопок. Попробуй. Это еще сложнее. И нужно быстро это делать. Да. Да. Чувствуешь, да? Сначала очень сложно, потому что ты привык по-другому думать, по-другому рисовать, а тут нужно одновременно успевать. Бусы брать правой рукой. Бусы. А трубочки левой рукой одновременно. Нет, не так. Обе руки одновременно. Правая берет бусы, левая берет трубочки. Молодец, сортируем. Нет, Алина, не так. Выкладывай заново. Алина, одновременно правой берешь бусы, а левой трубочку. И одновременно их правой бусу, левой трубочку. Отлично. И одновременно. Хорошо. Что ты жульничаешь? Правой бусы. Правой бусы, левой трубочку. Одновременно. Сейчас. Так я не смогу быстро. Стоп. Правильно. Давай, буса правая, а трубочка в левую. Одновременно. Попробуй. Одновременно работает в голове два полушария. Поменяй правильно. Это ты хорошо придумала. Потому что сейчас нужно перестроиться. Спасибо ребятам из частного детского сада «Планета детей». И вам за старательность. А ваш ребенок внимательно смотрит наши выпуски? Да и вообще, замечает ли, что происходит вокруг, и какие разные эти шумы, которые его окружают?
без путаницы произносит звуки в словах и вообще понимает задание с первого раза, занимайтесь не спеша, отслеживайте результат. И главное, смотрите, готов ли ребенок заниматься здесь и сейчас. Есть ли у него настроение? А вообще занимайтесь везде. Дома, на улице, в транспорте. И будет вам счастье и польза.